Привет, друзья! С вами сегодня ИСЕСмарт, и мы рассмотрим видео о том, как отключить обновление Google Chrome браузера. Он у нас постоянно обновляется в фоновом режиме, допустим, даже если мы запустим, проверим, и у нас настройки, справка о браузере Google Chrome. То есть, видите, вы используете самую новую версию. А мы не хотим новую версию использовать, мы хотим более раннюю. Допустим, это 44-ю, а у нас уже 46-я стоит. Почему же я откатываюсь на раннюю версию? Да потому что у меня ECP ключи не работают с новой версией. Надо включать Enable NPAPI, а 45-й и 46-й он уже не работает. Поэтому мне нужна 44-я версия. Как же мне из этой ситуации выйти и навсегда отключить обновление Chrome? Первый способ. Google Chrome, расположение файла. Заходим. Вот путь его. Program Files, Google. Заходим в Google, Update и удаляем вот эту папку. Но, видимо, он нам не дает удалить. Тогда мы заходим в процессы. Ищем. Google Update. Вот он, Google Update. Завершаем процесс. Завершили. Теперь. Раз и удалили. Но, конечно же, удалив, он не будет обновляться. Сейчас мы проверим. Настройки, но у меня последняя версия, уже не проверишь, но выходит ошибка, что не удалось проверить обновление. Конечно же, со временем он Google Update возвращается. Я это заметил, после того, как я удалил, он появился снова, и он обновился, что плохо. Второй способ. Не помогло Google Update нам проверить обновление. Он все равно проверяет обновление. Так, следующий. Заходим в Google и пишем Google Update .ade. Вот. Нам нужен этот файл. Заходим. Так, если у вас система Windows 7 до версии 7, скачать административный шаблон в формате ADE. Скачиваем первый. Скачали. Вот он, Google Update ADE. Также есть у нас для Windows 7 и более поздней версии. Он в zip-архиве. Попробуйте этот и этот. Возможно, один из них поможет. Но как же это устанавливать, сейчас я вам покажу. Просто показать папки. Переносим на рабочий стол. Все. Перенесли. Вот он, Google Update ADE. Также у нас здесь в архиве, извлечем, посмотрим, что это у нас. Так, здесь у нас ADE Mix формат. Так, теперь следующая команда. Нам нужно зайти, выполнить и вводим здесь gpedit msk. То есть нам нужно попасть в групповые политики. Зашли в групповые политики. Так. Теперь нам нужно зайти в конфигурации компьютера. Экспортировать административные шаблоны. И здесь добавить и удаление шаблонов. Так. Как видим, можно добавить Chrome. То есть добавить делаем. Вот это удалим пока. По-новому добавим. Добавить. Рабочий стол. И вот Google Update. Давайте ж... Не будем Google Update добавлять, а добавим более позднюю. Но увидим, что шаблоны не поддерживают, и только ADEM формат. Ладно, будем тогда использовать Google Update ADEM формат. Потому что ADEMX не видит, что там. Все, добавили. Как видим, вот Google Update 256 килобайта. Добавить делаем. Все, закрыть. Все, мы добавили его в административные шаблоны, все параметры. Классический административный шаблон ADEM. Как видим, получилось у нас. Вот он, классический шаблон ADEM. Теперь внутри Google. Google Update. Preferences. Теперь вот именно на первой вкладке вот заходим Auto Update Check. Период. И вот здесь вот. Отключить. Отключаем обновление. Применить. ОК. Как видим, ошибка. Продолжить. Закроем.
Ну, применилось вот. Отключили и применилось. Все. Предварительно, конечно же, желательно вам этот браузер снести, поставить раннюю версию. Так, что мы и сделаем. Как видим, также можно удалить данные о работе браузера и назначить браузером Internet Explorer. Удалять данные о работе браузера не будем, так как у нас есть закладки, в которых и пароли. Так что мы просто удалим его. Все, мы удалили, можно это закрыть. Следующим, нам нужно скачать более раннюю версию. То есть у меня есть уже более ранняя версия. Вот Google Chrome стандарт. Стандарт 44 версия. Так, это у нас 32-битная версия. Будем ставить 32-битную версию. Так, вот он с Google Chrome. Запустилось. Так, все. Как видим, наши браузеры, наши все закладки сохранились. Так, справка о браузере. 44-я версия. Так, следующий. Чтобы он у нас не обновился, повторно. Google, Update, удаляем. Удалили. Повторно. О браузере. 44-я версия. Так, следующий. Также нам желательно включить NPAPI. Заходим в настройки. Здесь вводим. Файл EAGS. Вот так. Так, следующим. Здесь нажимаем Ctrl-F и ищем NPAPI. Вот у нас NPAPI. Включаем NPAPI. Все включили. Перезапускаем. Теперь настройки. Теперь у нас доступны Java, Silverlight и все прочее дополнение. Плагинс, вот он и все. И можно здесь также отключить Google Update. Так, с помощью групповых политик это у нас второй способ отключения. Третий способ, конечно же, это уже у нас отключить здесь через Chrome Plugins. Это третий способ. И также можно вот это включить постоянно. Это третий способ. Так, следующий способ. Как отключить обновление. Также, допустим, вот можно отключить через отключение обновления через реестр. Вот эту команду я выложу под видео. Вы просто его скопируете, этот текст. Создадите новый текстовый документ. Вот он, чистый новый текстовый документ. Просто сюда вбиваете вот так. Закрываете. И здесь вместо txt пишите команду bat. Все, изменяете расширение. Но если у вас нет расширения, то есть ставите сервис, параметры папок, вид. И вот здесь скрывать расширение. Убирайте галочки, применять делать. Вот. Так, это четвертый способ. Просто его запускаете несколько раз. Он добавляет пару строк. Допустим, HK, Local Machine, Software, Policies, Google, Update. И вот эту строку добавляет сам. Чтобы вручную не писать, желательно вам создать такую команду. Допустим, я вот сейчас запуск от имени администратора сделаю, все. Он применился, этот патник. Допустим, зайдем gpedit msk. Ой, не gpedit, regedit. Редактор реестра. И здесь HK Local Machine. Software. Полиция. Google. Update. Вот. Update the world. Вот он, вот эта строчка добавилась. Потом строчка добавилась еще. Software Google Update Auto Update Check. Вот она. Строчка добавилась. Параметром 0. И добавилась еще строчка. Disable Auto Update. И также следующая строка добавилась. Update. Вот он. Все четыре строки сюда добавились. Вот эти четыре строки добавились вот сюда.
Web Policies Google и Update. Новые 4 строки. Можете вручную добавить сюда, вот так создать параметр Default. Все. После этого способа обновляться не будет. Это четвертый способ. Как отключить обновление. Допустим, еще раз. Настройки. О браузере. Еще один способ. Пятый способ. Как отключить обновление. Через хост. Добавляем вот эти строки. Обновление. В хост добавляем. И у вас отключается обновление Google Chrome. Копируем это. Заходим в систему, Windows, System 32, драйвер, CTC, хост. В блокноте. Просто добавляем сюда строчки. Раз, все. Отсюда начинаем, вот, это отключает обновление Google Chrome. Предварительно у вас должны антивирусы добавлены из исключения, чтобы он дабы не удалил вот эти все ваши строчки. Сохраняю. Все. Надеюсь, я вам помог.